Мы здесь собираемся уже второй год по приглашению двух организаций. Это Военно-механический институт и агентство «Северная звезда». И, конечно, я выражаю огромную признательность представителю, сейчас уже, к сожалению, уже идут празднования, 80 лет, и ректорат не может присутствовать, я вижу, что вы передадите большой поклон ректоратовскому корпусу. А я хочу выразить признательность Татьяне Валерьевне Поповой, которая возглавляет это агентство, которая организовала это мероприятие. Я очень признателен всем тем, кто присоединился и поддержал этот комитет по науке высшей школы. Я сегодня позвонил президенту Славовичу Максимову, скажу, что действительно все было прекрасно. Хочу выразить огромную признательность представителям Международного фонда культуры и образования, которые здесь присутствуют, Валерий Михайлович Щербина, Валерий Михайлович, это Людмила Андреевна Лялина, это Борис Владимирович Богдашов и всем тем, кто принял участие в организации этого круглого стола. Теперь бы я хотел бы сказать несколько слов о том, что сегодня все-таки произошло. Когда мы, к сожалению, начинаем понимать, что те люди, которые сейчас обучаются, те будущие специалисты вузов, которые имеют чисто вот такое вот направление, либо экономическое, либо гуманитарное, начинаем понимать, что что-то не то. И в частности, то, что произошло в Министерстве обороны, в последнее время все знаем, мы понимаем, что, к сожалению, когда нашего, в общем-то, министра обороны окружают люди, которые получили чисто гуманитарное экономическое образование, но им не имеют никакого отношения к технической отрасли, вот получилось то, что получилось, да? Потому что всегда можно...